Кубок Армении – это предновогодние соревнования. Это очень атмосферный турнир. Тем более здесь хорошие призы, теплая атмосфера. Атмосфера просто отличная, потому что это один из лучших турниров. Все желали приехать. Мне уже который год очень нравится выступать на Кубке Армении. Гостеприимство – характерная черта армянского народа. А Кубок Армении в Максима Парк – наглядное тому подтверждение. В мастер-листе значилось больше 300 участников. В течение 2 недель было принято больше 600 стартов. Кубок Армении, он уже такой традиционный турнир. Здесь, вы знаете, участвуют участники с разных стран, от Прибалтики до Азии. Он как бы такой созидательный. Всех собирает в конце года последний турнир. За 2 недели спортсмены разыграли большое количество наград. А кто-то даже уехал домой на новом автомобиле. Но обо всем по порядку. В этот раз Кубок Армении объединил как национальные, так и международные соревнования CSI «Одна звезда. Дети. Юноши». Помимо денежных призов, спортсмены боролись за специальный приз – автомобиль. Volkswagen Polo разыгрывался по результатам 2 гран-при. Самая яркая победа первой недели Кубка Армении у Михаила Сафронова. В паре с 11-летним Мерином по кличке Диорадо спортсмен безошибочно преодолел дистанцию основного маршрута и перепрыжки гран-при с высотой препятствий до 140 сантиметров и стал претендентом на главный приз. Каждый всадник, который выходил на площадку, хотел желать только победы. Поэтому мы сегодня были немножко удачливее, чем все остальные. Поэтому я доволен результатом обоими лошадей. Очень приятно прыгать, когда на трибунах есть люди, которые болеют, которые приходят, которым не безразличен конный спорт, которые хотят, желают находиться в этой атмосфере. Это очень важно. До начала 2-го гран-при на суперприз претендовали 7 участников. Но в результате перепрыжки лучший результат по 2 маршрутам показала Ксения Хайрулина. Я выиграла машину. Этот приз мне очень понравился. У меня очень много сейчас таких неподдельных эмоций. Ксюша, у тебя есть права? Прав у меня пока нету, но через месяц я буду сдавать экзамены. То есть ты надеешься, что сдашь с первого раза? Ну, надеюсь, да. Я учусь на автомате. Ну, у нее есть теперь машина. И даже если не с первого раза, то она будет стараться сдать. Да. Побыстрее, чтобы сесть и рулить. Правильно? Несмотря на то, что победа во 2-м гран-при у Сергея Петрова и Даркас Дарвина, пара не претендовала на этот приз. Результат 1-го гран-при вывел их из гонки за лошадиные силы. Маршрут стоял непростой. Предыдущие дни было проще с маршрутами. В этот раз тяжеловато я проехал по маршруту, но в перепрыжке у меня все сложилось лучше, чем у соперников, и быстрее. Удалось победить. Я доволен лошадью, доволен своей командой. Все сработали так, как надо. Помимо большой спортивной программы, Кубок Армении запомнился зрителям и костюмированным шоу-маршрутом с участием миниатюрных лошадей конно-спортивного комплекса «Созидатель». Победу в этом конкуре одержал Вадим Черевань в образе индейской принцессы Покахонтас. Серебро у ковбоя Михаила Атаяна. Замкнул тройку лидеров «Снегурочка» Сергей Петров. Это было вообще шоу. Это был фееричный маршрут. Мы стартовали под 1-м номером. Нам удалось пробежать максимально быстро. У меня самый свежий конь был. Самый простой костюм у меня был, но я успел потерять даже пистолет по ходу маршрута. И хорошо, что это обошлось все, и нашли пистолет. А у меня вот косы подгоняли лошадь мою. Косы подгоняли, и конь бежал еще быстрее. Значит, нам понравилось. Устраивайте чаще такие турниры, такие шоу. Они захватывают, они собирают народ. Ура! В финальный день, помимо розыгрыша машины и командного турнира «Максима Мастерс Тим», запомнился Кубком ветеранов. В соревнованиях традиционно приняли участие заслуженные спортсмены и тренеры Советского Союза.
Притом проводились отдельные зачеты как для тех, кто уже завершил спортивную карьеру, так и для действующих конкуристов. В зачете для нестартующих ветеранов победа у Рената Музафарова, заслуженного мастера спорта Советского Союза. Я люблю конный спорт, обожаю и очень благодарен людям, которые дают нам возможность вспоминать молодость, прыгать, проводят ветеранов. И не я один рад, то, что проводятся такие соревнования у нас в Союзе. Огромное спасибо организаторам. Среди действующих спортсменов победу одержал мастер спорта Юрий Байрамуков. Сейчас мы увидели ветеранов, которые представляли еще те времена уже далекого Советского Союза. У них сохранилась техника езды, она разнообразна, и это очень интересно посмотреть, заглянуть в те годы. Мы желаем ветеранам крепкого здоровья и ждем их в следующем году на Кубке ветеранов. В церемонии награждения принял участие член Президентского совета Федерации конного спорта России, главный советник президента ФКСР Максим Кретов. Так здорово, что в Максимум парк мы проводим уже в третий раз кубок для ветеранов конного спорта. Весь совет ветеранов в сборе сегодня. Мы будем поздравлять с наступающим Новым годом и праздновать день рождения 8 юбиляров, которые в этом году отметили свой юбилей. Здорово, все вместе создаем традиции. Мы поздравляем победителей и призеров соревнований и ждем их на Кубке Армении в следующем году.